Здравствуйте! Сегодня я хочу пересадить литопсы, сеянцы литопсов. Уже пришло время, потому что в нашем грунте появляются зеленые водоросли. Они будут мешать развиваться нормально сеянцам. Сеянцы разного размера, от 3 мм до миллиметра. Вот. Поэтому сейчас попробую с помощью зубочистки или палочки деревянной, обязательно деревянной, чтобы не проколоть. Они очень нежные и легко лупаются. Их очень легко повредить, эти литопсы. Поэтому сейчас я их пересажу. Пересаживать буду в плошечку. На дно плошки я насыпала керамзит крупный. Затем земляную смесь из песка, немного земли, камушек и битого кирпича красного. Его видно. Затем я сверху насыпала мелкой фракцией камни. Если у кого-то есть, например, какой-то песок крупный, тоже прекрасно подойдет. Земляную смесь я уже смочила, поэтому сейчас с помощью зубочистки или палочки деревянной будем аккуратно переносить сеянцы. Ну вот, сеянчик у меня на палочке, он мелкий. Необходимо в грунте сначала сделать небольшую ямку, а затем в эту ямочку поставить сеянца. Ну вот, сеянцы мы сюда поставили, в эту ямку, слегка земляной смесью придавили, но не сильно, лишь бы чтобы корешки были в земле, и все. Этот сеянец, он размером 1 миллиметр в диаметре. Следующего пересадила сеянца, он уже где-то 3,5 миллиметра в диаметре. Они разные получились, потому что разные, разные насыпала просто на грунт, не размечая, какие у меня будут литопсы. Вот для сравнения я положила 3 сеянца литопса. У них, видите, какая корневая тоненькая система, стержневой корень, и на конце у них небольшие корешки, которыми они питаются. А рядышком я положила вот зубочистку, для того чтобы было понятно и видно, какого они размера. В общем, они маленькие, они даже тоньше, чем стандартная зубочистка. Вот здесь я уже пересадила часть сеянцев, видите, их видно рядочками. Посадила какие-то очень маленькие, прям их практически не видно. Камушками помогаю им немного держаться. Конечно, выживут не все, но кто выживет, тот уж точно будет жить. Хотя, знаете, бывает и такое, что вот растишь, опять-таки, растения, и они через 2-3 года погибают. Вот. Вот такие переехали на новое место литопсы. Будут расти, развиваться. Даже сейчас видно по оттенку зеленого, что они разного будут цвета. Видите, одни более светлые, другие более темные. Ну, значит, они будут и отличаться. Полностью засаживать плошку я пока не буду. У меня вот тут еще маленьких немного осталось. Я их пересажу, но не думаю, что плошечка вся заполнится ими. И в следующий раз уже буду новую плошку готовить для их пересадки. Более частой посадки я не делаю. Вот они
вот так, скажем так, реденько растут, чтобы им и места хватало, и в то же время как группка растений. Высота этой плошки вообще невысокая. Ой, я не знаю. Высота примерно 3 сантиметра. Ну, я ее не до конца наполнила земляной смесью. Вот. Ну, на этом все. Всего вам доброго. Растите своих, ухаживайте за своими растениями. Растите растения, они приносят радость. Всего вам доброго. До свидания.